Анна Демірполат, сімейний психолог, арт-терапевт, є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Доброго ранку! Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії і, можливо, сьогодні також вітаю вас і зі святом, і у вас донечка є, і ви теж чиясь донечка, тому, я думаю, сьогодні свято у всіх, так? Да, да. Отже, таке питання, як виховувати дівчинку? От яким засадам її варто вчити з дитинства і як це їй викладати? І от як мамі або і татові також, от як їй все це пояснювати, багато є різних засад. От, будь ласка, вам слово, тому що і у вас така практика є, у мене її немає ще. Ділитися опытом и профессиональным так. опытом, да? Сегодня в психологии говорится действительно, какой должна вырасти девочка, mm-hmm. какая должна вырасти мальчик, каким должен вырасти мальчик. Но сегодня также есть понятие некой равности, и при этом все равно некоторые традиции, mm-hmm. да, которые заложены в нас еще с древних времен, они все равно остаются. И это все продолжает на нас влиять. Но тут самое главное спросить себя, вот, а зачем мы такой вопрос задаем? Да, кто вырастет в результате? Кого мы хотим вырастить? И вот здесь в психологии есть очень такие важные понятия, что когда-то наступит период, когда девочка повзрослеет и станет девушкой сначала. Угу. Да, то есть, и для этого тоже нужно ей подготовиться. Потом у нее, ну, для того, чтобы стать девушкой, в психологии есть такое понятие, нужно отделиться от своей семьи, повзрослеть, да, то есть стать самостоятельной uh-huh. и самой справляться с теми трудностями, которые уже начнутся после, скажем так, 18-летнего возраста. Да? И следующий этап, ну это такой этап взросления с 18, там немножечко старше. И следующий этап, это уже говорят в психологии, да, как этап продуктивности. То есть uh-huh. это тогда, когда девушка становится уже в обществе кем-то значимым, да, и что-то тоже делает, реализовывает себя в каких-то разных направлениях. Вот. Поэтому нам нужно подготовить, да, ребенка для того, чтобы он им смог стать, она могла стать самостоятельной, и она смогла как бы стать для общества продуктивной и как бы в нем чувствовать себя комфортно и счастливо. Но я буду обращаться вновь к старинным сказкам, да, то есть если говорить про девочек, то знаменитые сказки — это «Золушка», «Василиса Прекрасная», «Морозко», где мы видим, что происходит там с девочками, да, uh-huh. то есть как их воспитывают. И там есть два таких вот граничащих разных варианта. И если уже говорить, да, про сказки, то самый глубинный смысл заложен, что девочка до 7 лет, да, то есть чем отличаются, собственно говоря, девочки от мальчика, да, то в них закладывается больше какой-то трогательности, чувствительности, mm-hmm. да, то есть потом такой нежности, мягкости, да, то есть девочки чем занимаются? Они играют в куклы, они повторяют какие-то истории, которые они играют в дочки-матери, да, mm-hmm. то есть им предлагаются вот такие вот гендерные игры, с одной стороны, mm-hmm. да, опять же, вот сейчас очень много споров в этом плане, но мы говорим про традиционный некий контекст, да, вот, то есть до чего? Для того, чтобы потом это все применять в своей жизни. Эти все игры не просто так играются, да, то есть действительно проигрываются те роли, потому что эти роли потом девочка будет играть и как и в семье, так и в обществе. Да, то есть какие-то роли доктора, может быть, да, то есть, или какие-то роли угу. Помощи кому-то, помогать кому-то, она тоже будет это играть. Растить своих детей, правильно? Подготовиться к этому. Вот. Но здесь есть такая вот особенность, что до 7-летнего возраста мама вкладывает в ребенка, действительно, то есть в девочку, очень много любви, заботы. Да? То есть здесь как будто такая вот любовь действительно абсолютно безусловно, как и от мамы, как и от папы. Но считается, что с 7-8 лет ребенка нужно уже устанавливать, ну, это, в принципе, психологии, законы, конечно, отделение ребенка, то есть его взросление уже начинает даже раньше, он только родился, он уже отделился от мамы, там уже 3 годика, кризис, да, то есть все это все проходим, да, то есть все дети это проходят, вот, возрастные этапы. Но после 7 лет считается, что вот в сказках, да, что у нас появляется? У нас там часто очень мама умирает. То есть она, ну, да, да, она как бы символически, это имеется в виду, что и появляется кто? Злая мачеха, угу. вот, то есть которая заставляет, что девочку делать, да, там,
убирать в домі, мити посуду, да, то есть готовить и вот такие вот стирать, например, да, то есть такие вот. У казках така підготовка вже, да, думаю, да, заметили, в сказках это обязательно есть. И что говорится в сказках, да, что девочка, то есть если Золушка становится все краше и краше, да, то есть то другие, которые девочки, сестры, приемные, ну, то есть сестры-мачехи, точнее, дочеря, то есть они как-то почему-то не краше не становятся. То есть, но это имеется в виду про то, что становится краше не только девочка, она внешняя, да, то есть она становится духовно, она становится внутренне, женственнее, она растет, как настоящая девочка. Потому что во всех этих действиях тоже заложен определенный смысл, которым научается именно девочка. Мальчиков в древние времена считалось, да, что нужно в 7 лет отделить в ту часть дома, где именно занимаются хозяйством мужчины, да, то есть там они там рубят дрова, они там как бы ухаживают за лошадьми, да, то есть тогда как девочки, они все-таки в лоне дома с материнской частью, где они ухаживают за домом, да, то есть они делают какие-то дела, связанные именно с женскими обязанностями, вот, но... Ну, да, добре, от да. Ми розуміємо традиційно, так, але зараз да. От дуже часто роблять нахил на це гендерну рівність саме чоловіка і жінки, і тому от як зараз можливо в цьому виховувати дитину, чи треба їй також і ці навички давати, ну от пояснювати, як, ну, це якщо переносити в реальну жизнь, зараз договорю, що от всі цей контекст сказочний, да, он про те, що у дівчинки повинні появлятися теж правила і обов'язки, які потрібно робити вдома, тобто так вона підростає, так вона взросле. Якщо говорити про гендерну рівність, тут, конечно, уже совершенно другой контекст. Сегодня говорится много о том, что на эти вот тонкости не обращается внимания. Да? И тогда как будто ребенок сам выбирает, чем ему заниматься. Играть ему машинками или играть ему, там, например, куклами. Да? То есть, действительно, есть такие девочки, которые предпочитают, там, находят машинки поиграть или куклы поиграть. Но опять же, здесь это уже настолько, действительно, это уже древние времена, это одни времена, сегодня другие правила, да. Но здесь не столько, здесь уже это все важно, настолько, да, только играть вот машинки там или куклы, хотя это очень, с другой стороны, и важный контекст, потому что девочке придется стать когда-то мамой, и именно ей рожать ребенка, да, то есть и ей именно... Да, до этого нужно, к этому нужно как-то подготовиться. Но самое главное, вы знаете, все равно все правила семейные, которые берет ребенок из семьи, все равно он смотрит. На кого в первую очередь? На маму и на папу. Да, и здесь я бы сказала, что самое лучшее воспитание для ребенка будет, когда будет с ним рядом счастливая мама и папа. Да, ну вот в контексте девочки очень важна счастливая мама. Почему? Потому что даже посмотрите, вот да, в сказках, в принципе, папа добрый, хороший, и он как-то сильно особенно воспитание не участвует. Это злая мачеха там рассказывает, сделай то, сделай то, сделай то. Да? Вот, тогда как вот действительно понятие вот мамы, присутствие, для девочки очень важно видеть ее, что с ней рядом женщина, которая что она делает? То есть она, да, то есть умеет дарить ей тепло и любовь девочке, да, то есть она может быть общительная с людьми вокруг, да, то есть это тоже все девочка видит. Это мама, которая себя реализовывает и которая чувствует себя счастливой. И вот, например, особенно раньше такой контекст был, да, вот некоторое такое воспитание девочек такой кротости, да, то есть вплоть до утрированных вариантов в древние времена, да. Но здесь также очень важен контекст, и девочка этому научается, что мама умеет сказать, вот как про равность, да, то есть мы говорим, то есть она умеет сказать про то, что ей важно, про то, что ей нужно в семье, да, то есть при этом не заявлять это там с, скажем так, с оружием в руках, да, каким-то там, я сказала, мне надо, или сковородкой, да, а то есть как это делает именно мама, и девочка смотрит, как она это делает, то есть, да, она говорит о своих потребностях, нужно, то, что она чувствует, то, что ей как бы важно, она приносит это в семью. Но здесь, конечно, и тогда, как бы, да, рядом с ней, с мамой, девочка увидит папу, который, ну, хочет, конечно, с такой вот королевой рядом, да, ему тоже хочется что-то ей помочь. То есть она ведет себя так, чтобы они где-то позаботились, но, тем не менее, она также несет ответственность полностью за свою жизнь. Сегодня просто почему этот контекст, да, вот растет, как воспитывать? Потому что, когда девочка вырастает, то есть очень много там потом понятий, какая она становится женщина, да, то есть или она будет там ждать, что ей там все принесут на тарелочке, за ней должны ухаживать, и вот такая вот женственность у нас взращивается, да, то есть вот тогда как будто мужчина обязан нести в дом, все эти гендерные роли, они действительно очень важны.
Действительно, женщина там, она отвечает за быт, мужчина отвечает за то, чтобы с внешнего мира принести, скажем так, убить мамонта и принести его домой, да? Вот. Но тогда вот этот уют, за его создание отвечает как бы девочка, да? Но вот очень важное понятие, в сказках оно тоже заложено. Вот все принцессы, они, есть такой образ готовки пищи, да? То есть они там обучаются готовить пищу. Или мы видим, что они проходят какие-то испытания, какие-то приключения. Для чего? И кроме того, заметьте, в очень многих сказках все принцессы или там наши славянские какие-то принцессы, да, они умеют что-то делать. То есть она или придет в веретено, да, то есть, меня, есть какие-то навыки, да. И вот как раз вот готовка вот у Золушки, когда она готовит, глубинный смысл готовки всей, да, то, что она ставит в печь вот еду, да, для приготовления. Весь глубинный смысл как раз в том, что женщина ищет свой творческий огонь. То есть вот творчество, это не значит рисовать там, да, то есть и только петь, да, это вот свой потенциал, в котором она точно раскроется. И тогда, ну, если мы возвращаемся в контекст воспитания, то очень важно, чтобы девочка, да, то есть занималась чем-то для себя интересным, то, что вызывает у нее интерес, развивалась в этом контексте, да, то есть чтобы потом также стать реализованной. И мы говорим, вот я вам говорила в самом начале, да, про этап продуктивности, про то, что даже в сказках сказано, но сейчас очень много вопросов, да, нужно ли потом там девочкам, которые вырастут, работать или не нужно работать, да, здесь заложен именно глубинный смысл даже в сказках, которые передавались веками, да, что для женщины важна реализация. І поэтому для дівчинки вона також буде важна. Тому це треба правильно подати, так? Да. Ще маємо таке невеличке питання від наших глядачів, от татова і мамина дочка. Тому що я, ну, я знаю, що у таких повних сім'ях буває, от коли двоє дівчат, наприклад, там одна до татка більше сунеться, інша до мами. І от є такий розподіл. Чи правильно це ось так ділити? І як це впливає потім на майбутнє? Це швиденько так, коротенько так. Смотрите, в принципі, в некотором контексті це така у нас традиція, да, там називати тогда. Вот. Самое главное, чтобы в этой семье не было такого распределения, что, например, папа любит тебя, да, то есть одну девочку или дочку, а там другого ребенка любит мама. Потому что для детей тогда, дело в том, что дети в любом случае будут проходить в своей подсистеме детской такое понятие, как конкуренция. Они все равно друг с другом будут конкурировать. Это нормальный, естественный этап развития вот ребенка, да, особенно когда он еще в семье не один. Это будет обязательно. Поэтому вот для того, чтобы смягчить, наоборот, проход этого этапа, потому что он сложный, и потому что очень часто мальчишки очень дерутся сильно, да, то есть вот там девочки там могут спорить. Очень важно подавать родителям такой вот посыл, что мы вас любим двоих очень сильно. Можно где-то пошутить там, да, про мамину, про папину дочку, но то, что любовь у родителей одна, и она равномерна для всех, такое очень важно. Потому что у меня был один случай, когда папа отводил в сторону, потому что у девочки кое-что много не получалось, да, вот, а у другой дочери как бы было все получше. Он отводил ее в сторону, в другую комнату и говорил, ты знаешь, ты у меня самая любимая, ты самая хорошая. То есть даже пусть другой ребенок этого не слышит, все равно создается для нее, она уже понимает, я как бы лучше в сравнении с другой. И тогда, конечно, конкуренция только усиливается. Вот таких вот замечаний лучше не делать, да, то есть любим, конечно, давать посыл про любовь. Тобто, якщо жертвувати, в принципі, це нормально. Так, якась конкуренція є, але все одно треба слідкувати за тим, щоб ребенок не думав, так, що не переростало це якусь ворожнечу. Так. Да, дякую вам. На жаль, не встигаємо все розглянути, але думаю, все одно якісь певні засади знаємо тепер. Говорили про те, як виховувати дівчинку, доньку, тому я думаю, для вас буде корисно, для тих, хто у кого в сім'ї зараз можливо якісь проблеми із цим і не знає, що робити. Анна Демір-Палат, психолог, сьогодні була у нас в гостях.